Бой с винтовкой Калашникова. Слишком просто для тактики. При участии Габриэля Суареса. Привет, мое имя Гейб Суарес. Добро пожаловать на бой с винтовкой Калашникова. В этом видео мы рассмотрим АК-47 с тактической стороны. И мы также научим вас, как с ним драться. Важно, чтобы каждый был знаком с этой оружейной системой, по причине, что их так много. Если бы вы взяли все FN FAL, которые были сделаны, все М16, которые были сделаны, все оружие HK или копии, которые были сделаны, и каждый УЗИ, который был когда-либо сделан, сложите их все, у них все еще не было бы того же числа, количества винтовок, как АК-47, сколько их было сделано. Они очень распространены по всему свету. Они присутствуют во всяких различных типах и калибрах, но почему бы и нет? Так что даже если вам не нравится, если вы один из тех, кто ненавидит эту винтовку, будет полезно с ней ознакомиться, потому что шансы, что вы с ней пересечетесь, очень высоки. Лично я предпочитаю ее другому оружию, которое я упомянул. Серия винтовок Калашникова, наверное, наиболее недоброжелательное ручное оружие в мире. У каждого найдется что-то плохое сказать про нее. Они будут говорить штуки вроде, ну, у нее острые края, ее неудобно использовать, и так далее. Ее не только используют годами множество вооруженных сил, ее используют люди из спецуры, как русский спецназ, финские оборонные силы, даже израильтяне. Некоторые из наших наемников сейчас используют ее. Так что если вы находите ее неудобной, находите острые края неудобными, может, просто самому надо стать немного жестче. Некоторые другие моменты, которые они видят в винтовке, они будут клеветать на прицел. Ой, типа, прицел ужасен. Его невозможно использовать, и все такое. Приблизительно к концу Второй мировой, с началом Штурмгивера, или концепцией штурмовых винтовок у немцев, было осознано, что бой с малым вооружением между стрелками, бой пехоты, городской бой, к примеру, происходит в основном в близких дистанциях, внутри 100, может быть, 200 ярдов. Для этих дистанций подобный прицел работает отлично. У них такая же картина прицела, которую вы видите на пистолете. То, что для ближнего боя у вас одна картина прицела, для обучения в пистолете или винтовке. То, что я думаю, что это по-хорошему преимущество. Помимо всего, прицел довольно живучий. И еще кое-что, что они часто обсуждают в ущербности этой оружейной системы — рукоятку заряжания. Теперь, множество стрелкового оружия в мире используют такую же рукоятку заряжания, но вы никогда не слышите ничего плохого о них. Несколько примеров. М1 Garand использует похожую рукоятку заряжания. По-хорошему можно сказать, что они идентичны. То же самое с М14, Mini-14, ZIG-550, даже М1 Карабин. Никто никогда не говорит, что они неудобные или ущербные для оружия. Даже не обращайте внимания, когда слышите подобное. Другая проблема, которую вы часто слышите, это магазин. Они говорят, что, мол, манипуляции с магазином неудобные и подобное прочее. Но опять же, данный механизм для запирания магазина на месте присутствует на многих других оружейных системах, и FN FAL использует подобную, и М14, и другие. Опять же, это что-то, что нужно учить. И когда вы выучили, вы поймете, что это не такой уж и недостаток, если он вообще есть. Еще что-то, что вы слышите, к примеру, что спуск слишком жесткий и неудобный. Вы можете то же самое сказать о любом штатном военном оружии. При добавлении дополнительного спускового комплекта или по ходу к оружейнику вы избавитесь от этого очень хорошо. То же самое многие оружейники делают системой М14 или системой М1 Garand. То, что это ничего особенного. Также вы часто услышите, что этот приклад слишком короткий для американских стрелков. Ну, если тип стрельбы, который вы собираетесь делать, это стрельба в яблочко, на большие дистанции, всякие штуки Кэмп Перри с очень заостренной позицией, может быть, он и короткий. Но если вы собираетесь стрелять с него в условиях ближнего боя, данная длина приклада довольно идеальна. Вы заметите в новостях множество из наших бойцов, которые защищают нашу свободу на Ближнем Востоке, они используют систему М4, и они гоняют с М4 прикладом в наиболее сжатой
длине, чтобы они могли маневрировать в условиях ближнего боя. У него уже идет короткий приклад, так что об этом не нужно заботиться. Это, опять же, не недостаток. АК — это, наверное, наиболее живучее, если не самое живучее стрелковое оружие, которое когда-либо сделали. Надо очень долго и сильно стараться, чтобы эта штука сломалась. Ее очень просто использовать, и мы покажем вам это в этом видео. Пример, насколько живуч этот АК. Вы даже можете отжиматься на магазине, опираясь только на магазин. Попробуйте повторить такое на М4. Традиционно АК идет в двух различных калибрах. И хотя сейчас некоторые выходят в 223, калаши коммунистического блока идут либо в 5.45 на 39, или 7.62 на 39. Ну, если в 5.45 на 39 довольно привлекательные характеристики, пока не существует американских компаний, которые производят данный калибр. И большинство винтовок, с которыми вы столкнетесь на серии АК, будут в исполнении 7.62 на 39. Собственно, не переходя глубоко в баллистику, думайте о нем как о калибре 30-30 в магазинной винтовке. Собственно, на это мы и смотрим. Патрон 30-го калибра, где-то в районе 120-122, пуля 123 грамм, летящая со скоростью где-то 23 сотни футов в секунду. Бери не хочу. Довольно интересная баллистика для ближних дистанций, говоря про проникновение через вещи, где меньшие калибры не смогут, так что он очень привлекателен для проблем ближнего боя. Теперь, 7.62 на 39. Существует два основных магазина, о которых мы будем говорить. У вас есть металлический магазин из Восточной Европы и новые полимерные версии. Там также могут быть другие типы магазинов. Но слушайте, с доступностью этих, не парьтесь насчет остальных. Вы можете достать множество металлических магазинов из Восточной Европы довольно за низкую цену. Все еще. И они работают отлично. Однако мой выбор пал на болгарские полимерные магазины. Они работают отлично, очень прочные. Мы переезжали их на машинах, мы бросали всюду на стрельбище, только что не стреляли в них. Но они работают отлично, очень прочные, гораздо легче, чем эти. И это мой выбор для магазинов КК. Одно из шикарнейших преимуществ АК — это то, что он простой. Он такой простой, что неразвитый абориген из страны третьего мира может использовать и содержать ее, и захватить власть в стране, если захочет. Посмотрим на винтовку М4 для примера. На ней 6 или 7 различных механизмов. На этой только 4. Подумайте об этом. Для начала у вас предохранитель. Он идет либо вниз для огня, или наверх для безопасности. Очень просто. Спуск. На нем даже не надо говорить, так ведь? Каждый, кто видел оружие, знает, зачем он. Рукоятка заряжания. Она идет назад, чтобы зарядить, и идет вперед почти сама по себе. Опять же, очень-очень просто. Магазин. Магазин выходит и входит обратно. Здесь маленький рычажок, который ты можешь нажать, чтобы деактивировать магазин, вытащить его и сунуть обратно. Вот и все. Если понимаешь эти механизмы, то ты понимаешь систему АК. Ты выучил это за 5 минут, что в других оружейных системах занимает, может быть, несколько часов, чтобы выучить. Простота. Чем проще, тем лучше в бою. Одно из преимуществ системы АК — то, что вы можете добавлять различные типы прикладов. Здесь у нас польский складной вниз. Он закрывается. Очень компактный дизайн. Для некоторых людей подобные складные приклады неудобны, потому что они металлические, и для лица это довольно жестко. И я могу это понять. Я бегал немного с данным складным прикладом. К нему надо просто привыкнуть. Еще один вариант. Приклад, сделанный из провода, как этот. Непосредственно вот этот, румынский. Также есть модели из Восточной Германии, сделанные таким же образом, а также у нас есть польская версия. Я нахожу их очень удобными для стрельбы. Они делают винтовку очень компактной.
Но очень просто закрывается и раскрывается. Но наиболее удобные приклады из всех — те, которые идут на 100-й серии АК. Некоторые американские приклады делаются так же. Видите, что они очень компактно складываются и открываются просто. Но больше думайте о нем как о встроенном прикладе, который можно складывать. С ним очень удобно стрелять. Он почти, как я сказал, встроенный приклад. Теперь, хорошая штука насчет складных прикладов. То, что они делают винтовку очень компактной. Компактные винтовки легко хранить. Компактные винтовки могут уместиться в ручной кладе, о которой не подумаешь, что там винтовка лежит. Для примера. Выглядит не очень тактически, но... Это мой чехол для винтовки. Как можете видеть, я могу достать ее очень быстро. Могу носить ее в очень компактных условиях. Без намека для окружающих. Хорошо, как хранить калаш? Есть пару различных способов. Мы нумеруем их по-простому. Номер один — оружейная комната. Предположим, будете хранить свой калаш в кладовке или в сейфе, ну или где-то. Без особой идеи, что надо схватить его и идти драться, но, скажем, у вас их несколько, и надо просто безопасное место, чтобы хранить. Оружейная комната. Оружие разряжено. Без магазина. Предохранитель включен. Возьмите, уберите в кладовку. Все безопасно. Другой вид готовности будет готовое хранение. Скажем, у вас есть эта винтовка, но, возможно, вам придется схватить ее, зарядить и пойти, стрелять плохих парней или что такое. Но вы вставляете в нее магазин, заряженный магазин. Оставляем предохранитель поднятым, патронник пустым. Предбоевой режим. Предохранитель будет снят, заряжайте винтовку, поднимайте предохранитель. Это то, что ребята с 911 называют «заведённо готов». Режим в бою. Вас стреляют, вы деретесь. Ничего не меняется, за исключением снятого предохранителя. Мы нашли то, что сохранение этих различных типов хранения, различных уровней мышления с калашом, определяет безопасное обращение, и это поможет вам изучать свой АК. Мы поймали этого мужчину, и теперь он на нас работает. Шучу. Это мой приятель Марк Куан, студент и один из инструкторов. Он покажет нам, как проверять состояние оружия, проверку патронника АК. Опять же, это очень просто. Было много обсуждений насчет, что проверить АК надо высунуть в магазин, смотришь на патрон, если он сдвинулся, то тогда... Простота. Чем проще, тем лучше. Подумайте о том, что нужно было бы сделать, если были бы напуганы до смерти и руки тряслись. Вот как вы будете делать это на АК. Это то, как абориген бы сделал. Он натягивает затвор. И он смотрит. И он также чувствует патрон. Теперь заметьте, оттяни снова затвор, Марк. Что ствол продолжается в коробку. И при первом касании, если вы работаете при низком освещении, это можно перепутать с патроном. Так что вот что будет Марк делать. Он почувствует это продолжение для начала, а затем то, что находится сзади в патроннике, на наличие или отсутствие самой гильзы. Прямо вон там. Когда ты получишь информацию, которую нужно, можешь отпустить затвор, чтобы он обратно встал в заряд. Очень просто. Теперь зарядка и разрядка. Опять же, мы не хотим из этого тут много раздувать, но важно, чтобы у вас был процесс проделывание этих маневров и манипуляций, чтобы вы каждый раз делали это одинаково и были уверены, что это правильно. Хорошо? Каждая зарядка и разрядка будет начинаться с проверки патроника. Процесс зарядки. Он сделает проверку патроника. Хорошо? Убедился, что ничего нет. Затем он зарядится. Магазин входит в оружие, и он дергает затвор. И затем он еще раз проверит патроник, чтобы убедиться. Предохранитель может быть снят или снова поднят в зависимости от тактической ситуации. Разрядка — это прямо наоборот. Сначала будет проверка патроника. Теперь я хочу, чтобы вы быстренько заметили. Марк, подними снова предохранитель. Он может проверять патроник с поднятым предохранителем.
Это не обязательно, но это что-то, что выдаст вам преимущество, если хотите. Процесс разрядки очень простой. Магазин отсоединяется. Теперь ему нужно снять предохранитель, чтобы работать затвором. Он им поработает, патрон экстрагируется. Он еще раз проверит патронник для убеждения. И винтовка разряжена. Очень простой процесс. Мы рекомендуем вам его придерживаться при работе с АК. Хорошо, ребят, я минутку поговорю о безопасности с оружием. Послушайте, безопасность важна, но она не самая важная вещь. Вы можете себя сделать таким безопасным, что будете вовсе неэффективны в бою. Если вы хотите быть безопасны от каких-либо проблем с оружием, знаете что, продайте пушку и займитесь гольфом. У нас есть некоторые правила, которые мы используем, чтобы убедиться как можно больше, что не будет никаких прецедентов в тренировке. Послушайте, я прочитал Библию целиком, как минимум 10 раз, и там нет и слова про оружейную безопасность. Так что ничто из этого не выбито на камне. Это придумано человеком, и поэтому свободно для интерпретаций по необходимости. Зачастую говорят, все пушки всегда заряжены. Ну, если я возьму эту винтовку, хорошо, высуну этот магазин, убедился, что магазин разряжен, я прогоню забор несколько раз, нажму в сухую, прогоню снова затвор, снова нажму, открою механизм, покажу студентам, покажу оператору, покажу вам, посмотрю сам, закрою механизм и нажму спуск. Если ты скажешь мне, что это оружие заряжено, ты оскорбляешь как мой разум, так и свой собственный. Так что для нас правило номер один будет относись к каждому оружию как к заряженному, за исключением, что ты проверил, и два других человека проверили, и убедились, что оно разряжено. Зачем мы так делаем? Мы тренируем по всему свету. Здесь, в США, мы одарены красными и синими пушками, фиолетовыми и всякими различными пластиками и резиновыми симуляторами оружия. Когда тренируем ближний бой, или когда делаем сценарии, и когда проделаем различные мероприятия не на стрельбище. Хорошо. Теперь приезжаем в Южную Америку. Там нет синих пушек. Ты едешь в Европу или Африку, или куда-то еще. Извините. Так что ты либо не делаешь такие тренировки, или ты делаешь то, что мы делаем здесь. А именно, мы осматриваем состояние, два других человека подтверждают, и затем мы продолжаем. Хорошо? Все просто. Правило номер два. Они тебе скажут, не позволяй дулу смотреть на то, что ты не намерен уничтожить. Ну, знаете, во-первых, это невозможно исполнить. Каждый раз, когда ты несешь винтовку с собой, она куда-нибудь направлена. Где-то там, может быть, летает аэроплан, или что-то такое. Знаете, идея того, что нельзя позволять дулу накрывать то, что не намерен уничтожить, невозможно выполнить. В классе винтовок мы носим эти винтовки на ремне весь день. Иногда она может пересечь твои ноги или коленки. Знаете, винтовка на предохранителе, когда она на ремне. Вы соблюдаете осторожность, ничего не произойдет. Винтовки именно так используются в боевых условиях. То, что мы говорим вместо этого, не будь легкомысленным со своим стволом. Ну, кто-то может спросить, что это значит, легкомысленным? Ну, легкомыслие — это как порнография. Сложно описать, но узнаешь, когда увидишь. Махать своим оружием всюду. Знаете, указывать им, «Эй, принеси мне стаканчик воды». Вот что значит легкомыслие. Будь сознателен в том, куда направлено твое дуло. И все будет работать хорошо. Правило номер три. Держи палец со спуска, пока прицел не на мишени. Очень хорошо, в этом есть ритм. Можно даже подпевать под гитару. Невозможно исполнить, потому что если я стреляю из позиции ближнего боя, разве мой прицел на мишени? Да я понятия не имею. Я смотрю на плохого парня. То, что мы говорим, держи палец со спуска, пока не принял решение стрелять. Очень просто для запоминания. Хорошо? Что приводит нас к проблеме с предохранителем. Рычагом предохранителя. Здесь три предохранителя. У нас трехуровневая система предохранителя. Номер один — ваша черепная коробка. Вы следите за тем, что происходит, а ваш мозг решает, буду ли я в него стрелять или не буду. Когда кто-то пытается вас убить, вы будете внимательны. Когда вы тренируетесь на стрельбище, вы должны проявлять внимание. Первый предохранитель вот здесь. Предохранитель номер два — это спусковой палец. Он либо на спуске, потому что вы намерены стрелять, или он выпрямлен до натурального предела. Прямо как может. Прямее его не может быть. Одна из двух позиций, либо здесь, или здесь. Просто для запоминания, как и оперирование АК. Хорошо? И последнее — это механический предохранитель.
Вы используете его, переводя винтовку на ремень, также когда вы убираете пистолет в кобуру. Но ты не ходишь в тактических условиях, балуясь предохранителем вот так. Единственное место, где я видел, что так делают, это здесь, в США. Нигде больше на Земле люди не балуются с предохранителем. Так что используйте его, когда надо. Снимайте, когда надо. И носите. И последнее. Они говорят, убедись, что находится за целью. Всегда хорошая идея. Предпосылка в том, что если у вас сомнительный задний план, вы не будете стрелять. Хорошо? Не думайте таким образом. Если прямо передо мной плохой парень, он меня убьет. И у меня нет сомнений в голове, что он меня убьет, если только я его не пристрелю. Если там другие люди на заднем плане и все такое. Знаете, я, конечно, постараюсь не пристрелять их, но им стоит убраться с пути, потому что я не буду не стрелять из-за возможности возможного риска. Нет причин для того, чтобы просить кого-то это делать. Так что это правила безопасности, которыми мы оперируем. Они разумные. Они хорошо работают в бою, также и на стрельбище. Я рекомендую, чтобы вы их также адаптировали. Давайте минутку поговорим о ремнях. Существует множество материала по ремням. Есть такие сложные ремни, что они присылают вам DVD, чтобы вы поняли, как его использовать. Вот для чего я использую ремень. Если нужны свободные руки, я вешаю оружие на плечо. Через минуту мы покажем, как переходить на пистолет. Опять же, все очень просто. Вот как я переношу винтовку, если мне нужно пройтись, или что там у вас. Теперь я покажу, как вы носите с позиции на ремне, а также как вешать на ремень. Очень просто, вы берете вспомогательную руку. Хорошо, то есть в моем случае это левая рука. Я дотягиваюсь и хватаю винтовку вот так, в начале магазина. Теперь отсюда я поднимаю винтовку прямо наверх, и она направлена туда, где будет цель или угроза. Я беру свою основную, правую руку, дотягиваю снизу и хватаю пистолетную рукоятку. И отсюда я ставлю винтовку в плечо, снимаю предохранитель по пути. Теперь вы заметили, что винтовка не болталась вокруг, как мельница. Ей не нужно. Путь назад очень простой. Я беру вспомогательную руку и хватаю конец ремня. Я держу винтовку за него и вешаю обратно на плечо. Теперь немного быстрее. Вверх. И назад. Помните о простоте, о которой мы говорили? Вы ее здесь с ремнем и увидели. Поговорим немного о том, как пристреливать АК. Если вы потратили деньги на АК, вам нужна такая штука. Это инструмент для введения поправок на мушки. Наверное, это единственный инструмент, которому понадобится АК. И, скорее всего, он будет нужен один раз. Стандартная процедура для выверки идет прямо из русского руководства. Дизайн ствольной коробки, вы увидите, что здесь у нас спускающаяся шкала, и затем тут зона, которая снова поднимается, и целик лежит сверху него. Хорошо? Желаемая процедура, которую я использую на своих винтовках, это взять бегунок целика и поставить его на единицу. Единица означает 100 ярдов или 100 метров. Затем, используя этот инструмент, чтобы вводить вертикальные и горизонтальные поправки, вы пристреливаете эту винтовку на 25 ярдах, или 25 метрах, предположим. Затем возвращаетесь на сотню и убеждаете, что вы там, в яблочко на сотне. Затем вы берете этот бегунок и двигаете назад, в так называемую боевую выверку. Это задняя позиция. Вы в ситуации, где все, что вам нужно, это держать по центру, в какую бы мишень вы не хотели попасть. Ее сделали, чтобы стрелять по плохим парням, а не по кроликам и все такое. И вы будете внутри то, что мы называем минуту человека, вплоть до 300 ярдов, 300 метров, или 328 ярдов. Бери не хочу, что по сути предел патрона. Очень просто. Думайте о нем как о встроенном прицеле, который можно чуть-чуть поправлять.
Чтобы добиться максимальной точности своего ока, многие люди будут ставить оптику на него. Я думаю, что это хорошо, если оптика такая же сильная, как винтовка. Большинство оптик АК, или оптик, которые будут ставить на АК, такие же сильные, как и винтовка. Так что тут нет проблем. Давайте посмотрим на варианты русской оптики. Их на самом деле много. Они все довольно хорошие. И они немного дешевле, чем оптика, сделанная в Америке. Большинство калашниковых производятся с прицельным креплением сбоку на коробке. И крепление оптики на боку защелкивается довольно сильно. Держат выверку и все такое. Ее не так часто увидишь у американских стрелков, потому что, как можете видеть, линия прицеливания довольно высоко. Преимущество этого — то, что вы можете смотреть через оптику в один момент, затем снизить щеку на винтовке, и можете использовать открытый прицел. В этом преимущество. Однако недостаток — то, что если вы посмотрите через линию ствола относительно линии прицела, и довольно большую разницу между ними, это то, что придется взять на заметку, стреляя в ближних дистанциях или из-за укрытия. Но, как вы можете видеть, я могу использовать оптику в один момент, немного опустить свое лицо, и затем использовать открытый прицел, без особых усилий. То, что я обнаружил у большинства моих студентов, то, что они будут делать что-то подобное. Они поставят газоотвод Ultimag на свою винтовку. Она стоит где-то в районе 90-100 баксов, что-то такое. И они поставят аимпоинт на него. Теперь, хорошая вещь насчет этого, то, что это легко, компактно и занимает мало места. И вы можете смотреть через открытый прицел, все еще имея соотношение с оптикой, и наоборот. Так что это очень выгодно. Как вы можете видеть, что это очень низкая посадка, так что у вас не будет той разницы, которая на коммунистических оптиках. Если вы хотите выжать максимальную точность из своего калаша и боеприпасов, определенно нужно делать так. Хорошо, я покажу вам, как разбирать АК. Те из вас, кто ненавидит чистить пушку, оценят это. Номер один. Нажимаете заднюю кнопку держатель. Это верхняя крышка, она снимается. Возвратный механизм снимается. Несущая затвора и затвор разделяются. Ваш АК разобран. Хорошо, очень просто. Чтобы собрать обратно, все точно так же. Замечаю, что некоторые волнуются насчет песка или что-то такого в механизме. Собираем обратно, толкаем вперед. Пружина отдачи. Становится обратно. Стряхнем пыль с него, не парьтесь особо. Верхняя крышка одевается. Винтовка готова. Очень просто. Поговорим о позициях готовности. Что такое готовность? Винтовка в ваших руках, и вы ожидаете проблем. Если бы вы не ожидали проблем, винтовка была бы на ремне, или вы бы ее несли в более повседневной манере. В некоторых из этих позиций предохранитель будет снят. Почему? Потому что вы ожидаете проблем. Если бы вы их не ожидали, вы бы несли винтовку в другой манере. Первое, о чем я хочу поговорить, это традиционная низкая готовность, которую учат во многих программах. Марк, давай перейди в низкую готовность. Теперь, вы заметили, что винтовка очень низкая? Давай подними ее. Посмотрите, какую длинную дистанцию винтовке пришлось пройти, чтобы выйти на цель. Это займет время. Я не предпочитаю низкую готовность, потому что есть другие методы, которые делают все, что и низкая готовность, и даже лучше. Хорошо? Во-первых, у нас есть контактная готовность. Давай направь, как будто у тебя есть цель на рубеже. Опусти немного винтовку, чтобы ты мог смотреть через верх. Вот это контактная готовность. И посмотрите на разницу. Перейди из готовности в прицеливании. Какое это было расстояние? Почти никакого. Теперь, преимущество контактной готовности — то, что Марк уже на мишени. Если он встретил оппонента на рубеже, который его волнует, ему внезапно придется стрелять, он очень просто это сделает. Также, с перспективы плохого парня, что он видит? Знаете, если Марк хотел бы заставить его убежать, или сдаться, или что бы там ни было. Это сильная угроза, так что это очень хорошо. Хорошо? Контактная готовность. Это позиция, в которой вы будете, когда с кем-то боретесь, или вы подходите к конкретной зоне угрозы, о которой вы волнуетесь.
Теперь, единственный недостаток в том, что винтовка очень далеко от центрального ядра марка. Низкая готовность имеет ту же проблему. То, что у нас есть готовность ближнего контакта, в которой Марк поднесет свою винтовку под свою правую руку. Хотел сказать сильную руку, но, как я уже говорил, у нас нет слабой руки. Теперь, вы заметили, что профиль винтовки изменился примерно на фут. Хорошо, так что Марк может использовать эту позицию, чтобы решать проблемы ближнего боя. Он может стрелять отсюда, если надо, как бы в штурмовой позиции под рукой. Или отсюда он может вложить винтовку в полную стрелковую позицию. Очень просто. То, что у нас есть ближний контакт и контактная готовность, каждая из которых предназначена для подхода к определенной опасной зоне или конкретному оппоненту. Хорошо, следующая позиция готовности, на которую мы посмотрим, это Сул, S-U-L. Сул — это на португальском юг. Вся история, которая идет с этой позиции готовности, очень спорная, но вы знаете, что меня это никогда не беспокоило. С пистолетом позиция Сул выглядит так. Преимущество этого в том, что я могу смотреть на камеру, могу поворачиваться в любую сторону, без накрытия невиновной группы. С винтовкой это выглядит вот так. Приклад у него все еще в плече, ствол направлен вниз, его рука касается его амуниции. Если бы он не носил никакой амуниции, его рука касалась бы его ремня, или магазин касался бы его ремня. Теперь, Марк, давай повернись к камере. Хорошо, теперь, как стрелок, вы заметите, что Марк может быть направлен к вам в готовности и не представлять вам угрозы, потому что он контролирует ствол, и он направлен прямо вниз. Мы используем это, передвигаясь по узким пространствам, для проверки зоны вокруг нас, после стрельбы, для примера, или для движения через толпу людей. Это имеет много преимуществ для контроля оружия также. Из не очень быстро переходить на цель. Вы ничего не теряете. Гораздо лучше, чем низкая готовность. Следующая позиция, о которой мы поговорим, это простая патрульная готовность. Некоторые называют это родезианская готовность. Некоторые называют английская готовность. Если вы посмотрите на фотографии некоторых солдат, знаете, на передовых войнах, им надо носить винтовку с собой весь день. Очень сложно ходить с винтовкой весь день в низкой готовности или высокой готовности. Так что любая из этих позиций, какая бы ни была, неизбежно переходит в патрульную готовность. Что очень повседневная, расслабленная манера переноски винтовки, она почти определяется природой. Она может переноситься таким образом в длительное время. Если Марк стоял здесь как постовой в длительный промежуток времени, и у него не было возможности надеть ремень вокруг шеи, то вот так бы он и удерживал свою винтовку. Но отсюда очень просто переходить в штурм из-под руки. Давай покажи им, Марк, штурм из-под руки. Запирает оружие. Это также очень просто из патрульной готовности. Вернись в патрульную готовность. Переходить в стрельбу с плеча. Хорошо? Последнее, о чем мы поговорим, это портовые руки. Портовым рукам обучали во множестве военных школ, вплоть до эпохи, когда трехточечные ремни стали популярными. Если у меня студент, я даю ему задание, я хочу, чтобы он пробежал с точки А в точку Б как можно быстрее, без какой-либо заботы о стрельбе по мишеням на пути. Он, скорее всего, держал бы винтовку в какой-то версии портовых рук, автоматически, без указаний, потому что это способствует быстрому движению. Марк, перейди в портовые руки. Собственно, винтовка вверху вот так. Это не является позицией для обыска. Это не позиция для борьбы с кем-нибудь. Единственное преимущество этой позиции, что она позволяет Марку двигаться очень быстро из точки А в точку Б. То, что мы бы делали в командном упражнении в австралийских джунглях или что-то такое. Это позволяет ему бегать с его винтовкой, не вмешиваясь в способность передвижения. И отсюда, давай направься в этом направлении, очень просто он может перейти в штурм из-под руки или в позицию на плечо. Хорошо. Собственно, это позиции готовности, которые мы используем. Также существует несколько других позиций, с которыми мы будем работать. Они больше как административная переноска. Скажем, у меня есть винтовка в руке вот так. Это очень допустимо. Знаете, пытаясь сделать это на некоторых стрелковых рубежах. Ну, в некоторых случаях будут исключения. Это вполне приемлемо, вполне допустимо. Мы называем это переноска на балансе. Это то, где находится баланс винтовки, вы несете балансируя.
Отсюда, чтобы перенести винтовку в готовность, вы просто хватаете цевьё и рукоятку и складываете винтовку куда надо. Это очень комфортно и очень просто делать. Также иногда мы видим вот это, переноска колыбельки. Можете схватить пистолетную рукоятку или просто схватить магазин. Мой хороший друг Сани Пузикас, бывший спецназовец, сказал мне, что русские часто носят так винтовку. Отсюда очень просто перевести винтовку в позицию для стрельбы. Просто ваша... Очевидно, надо схватить пистолетную рукоятку. Ваша вспомогательная рука направляется туда, куда вы хотите, чтобы пошла винтовка. То, что если я хочу, чтобы она пошла в этом направлении, вспомогательная рука направляется в него, и винтовка просто поднимается. Хорошо? Так что, есть позиции на ремне, позиции готовности, также позиции административной переноски. Важно, чтобы вы со всеми из них ознакомились, чтобы вы могли применить свою винтовку вне зависимости от ситуации. Следующее, на чем мы поработаем, это стрельба навскидку. Теперь, две вещи, которые нужно понимать, прежде чем мы действительно перейдем к сути. Номер один — это разница между дулом и прицелом. И номер два — это работа с пуском. Давайте рассмотрим каждую из них отдельно. Марк, давай прицелься на плохого парня вон там и пусти один патрон. Хорошо, поставь предохранитель и повесь на ремень. Пойдем посмотрим, что случилось. Хорошо, вот оно попадание. Марк, подними свою винтовку и покажи мне конкретно, куда ты целился. Хорошо, то есть ты целился в эту зону? Да. А выстрел здесь. Хорошо. Марк хорошо стреляет. Что здесь произошло? Подними назад винтовку. Помните разницу, о которой я говорил? Прицел вот здесь, а ствол вот здесь. У нас здесь пару дюймов. Ты что, хотя, очевидно, испортило бы ему день, потому что попадание в челюсть 7,62 на 39, все еще нам нужно понимать, по различным причинам, из-за укрытий и все такое, потому что есть разница между прицелом и действительным попаданием патрона на ближних дистанциях, о которых мы говорим. Хорошо. Поговорим о перезарядке спуска. У меня палец на спуске. Я начинаю нажимать. В этот момент у меня хорошая картина прицела и все такое. Если бы я действительно стрелял. Я спускаю выстрел. То, что большинство людей делают, то, что их палец улетает со спуска. Они теряют контроль винтовки, промахиваются. И они гадают, «Эй, что случилось? Винтовка косит». Нет, она не косит. Вы просто плохо стреляете. Вы удерживаете спуск на отдаче. Оружие взведется, перезарядит себя и так далее. Теперь, что я делал в это время? Я держал спуск сзади во время отдачи. Когда я снова готов стрелять, я его отпускаю, вплоть до этого звука, который скажет мне, что оружие переустановило себя для задачи выстрела, я могу снова нажать. Оружие переустанавливает себя. И я могу делать это, пока у меня не кончатся патроны. Так и надо управлять данным спуском. Хорошо, поработаем теперь над скидкой. То, что Марк сделает, то, что он установит винтовку из различных позиций готовности. Мы с некоторыми поработаем. Как только винтовка касается его плеча, он поставит палец на спуск и подготовит его. Хорошо? Зачастую люди боятся трогать свой спуск. Слушайте, хотите быть хорошим стрелком? Вы не можете бояться своего спуска. Вы должны его понимать. И он должен работать на вас, а не против вас. То, что первая команда будет просто вверх. Когда я скажу «вверх», Марк поднимет вверх винтовку, подготовит спуск и подождет. Следующая команда будет нажать. Она сама за себя говорит. Марк спустит выстрел прямо полхишу в лицо. Теперь он целится немного выше, чтобы у него было преимущество над этой ситуацией с разницей, о которой мы говорили. Когда винтовка стреляет, я хочу, чтобы сфокусировались на спусковом пальце Марка. Он будет удерживать спуск под отдачей. Он будет ездить на нем под отдачей, не позволять ему улететь. Следующая команда будет переустановить. Он позволит спуску переустановиться, так что он будет контролировать курок. Хорошо, готов? Хорошо, поехали. Вверх. Нажимай. Переустановка. Восстановись. Очень хорошо, давай повторим. С другой позиции готовности. Готов? Вверх. Нажимай. Переустанови. Очень хорошо, восстановись. Другая позиция готовности.
Вверх. Нажимаем. Переустановить. Восстановиться. Очень хорошо, на предохранителе повесь на ремень. Отлично, очень хорошо. Стрельба на вскидку хороша. Для 50 ярдов, 25 ярдов, даже 15. Но, как вы видели, она занимает немного времени. Так что, когда мы внутри 15 ярдов, мы подбираемся ближе, в настоящую, близкую и противную природу ближнего боя. И мы хотим срезать углы. Теперь один из моих инструкторов, Рэнди Харрис, из Чаттануги в Теннесси, придумал даже название для этого. Он назвал это «Атак для аборигена». Множество людей будут ставить оптику и атак сюда, потому что так очень просто смотреть. Но знаете, если у вас нет ресурсов для этого, вы можете использовать эту технику. Собственно, то, что я буду делать, это поднесу оружие к плечу. И как только эта конструкция мушки появится у меня поверх мишени, я могу начинать. Опять же, мне не нужно попасть прямо в центр пуговицы на его рубашке или что такое. У меня большой кусок мяса, в который я могу стрелять. Это очень легкая мишень, и у меня большой простор для ошибки. По идее, я могу действовать очень быстро. Хорошо? Собственно, из позиции готовности здесь. Хорошо? Целик я вовсе не использую. Как только я увижу, что это перекрыло его грудь, я могу начинать. Теперь, если вы посмотрите на мишень, это, может, не принесет мне приз на соревновании. Но знаете что? Каждый из этих выстрелов оставит след. Каждый из этих выстрелов вызовет кровотечение. И это поможет мне выиграть бой, а ему оставаться на земле. Хорошо, посмотрим на кое-что другое. Это для крайне близких вещей. Ты не предполагал там оказаться, но вот, пожалуйста. Думайте об этом как о подушке безопасности в автомобиле. Вы не садитесь в машину утром и говорите: «Проверю-ка я сегодня подушку безопасности». Она на случай, если все, что ты спланировал, пошло крахом. Вот для чего эта техника. Она называется «Штурм из-под руки». Она была привнесена Рексом Апплгейтом. И во Второй мировой ее обучали господ, защищавших нашу свободу в Европе и в Тихом океане. И, собственно, это включает в себя поднесение винтовки под руку, прижимание ее своей рукой хорошо и сильно. И стрельбы из центральной линии. Важно, чтобы винтовка была по центральной линии тела. Более-менее на линии с вашим носом. Теперь это некоторые моменты. Но если бы вы были в классе, мы бы все это лучше разобрали. Но просто поймите, стреляйте по центральной линии. Зачастую это начинается с винтовкой здесь наверху, с портовых рук. Вы бежите, чтобы занять позицию. В последнюю минуту плохой парень выскакивает. И вы, собственно, переходите в позицию и стреляете отсюда, не вкладываясь плечом в оружие. Хорошо? Собственно, это выглядит вот так. Хорошо, ребят, следующее, о чем мы поговорим, это использование амбидекстренной винтовки. Некоторые называют это билитеральное, но я не могу представить использовать слово, начинающееся с «би». В любом случае, все боевые искусства, неважно какие, они учат как правую сторону, так и левую сторону. Единственное боевое искусство, которое этого не делает, это стрельба. Надо это менять. Довольно много случаев и тактических причин. И случаев, когда ты ранен, какой бы случай ни был, где, возможно, вам придется стрелять с другого плеча. Вы увидите преимущество этого, когда мы начнем стрелять в движении и в условиях ближнего боя. Собственно, то, что мы будем делать, это мы будем стрелять с левого и правого плеча. Теперь я называю это перевод. Я различаю это с переходом. Переход для меня означает смена на вторичное оружие, то, что мы переводим с одного плеча на другое. Теперь некоторые моменты, в которых надо быть осведомленным. Вот я здесь стреляю, все хорошо. Когда я делаю частичный перевод, вот что я хочу делать. Мои руки остаются там же. Я просто меняю позицию приклада на своем плече. Я иду от правого плеча к левому плечу. Теперь это поможет мне работать с левым углом или двигаться влево, без нужды разворачиваться. Я могу стрелять отсюда очень просто.
используя принцип не атака для аборигена, о котором мы говорили ранее. Это частичный перевод. Теперь, когда я делаю полный перевод, важно, чтобы рука двигалась к магазину сначала, чтобы поддержать винтовку, прежде чем следующая рука возвращается к пистолетной рукоятке. Причина простая. Если эта рука сначала вернется к рукоятке, винтовка упадет у вас из плеча. Это не есть хорошо. Так что, вот что мы делаем. Из частичного перевода рука двигается к магазину, и руки меняют позиции. Я перехожу к другому плечу. Рука идет к магазину, и они меняются местами. Так что порядок такой. Тыльник, магазин, пистолетная рукоятка. Тыльник, магазин, пистолетная рукоятка. Теперь, переходя на левую сторону, если вы не левша, важно, чтобы вы избегали вот этого. Это то же самое, что, когда вы стреляете левой рукой с пистолета, обхватываясь пальцем сзади. Мы советуем ученикам быть очень осторожными с этим. Из-за очевидных причин будет больно. Хорошо? С винтовкой это такая же ситуация. Мы не хотим иметь большой палец вот здесь таким образом. Так что то, что мы вам говорим, обычно на калаше у вас есть пару болтов. Используйте их как тактильное напоминание, где нужно быть большому пальцу. Очень просто. Теперь я пройдусь по процессу всухую на мишени, потому что есть другая камера, которая под этим углом. И очевидно, мы не хотим подвергать опасности оператора. А через минуту мы проделаем вживую. Хорошо? Так что вот мы на мишени. Теперь, вы входите в хорошую боевую позицию, а не в одну из этих боковых, как бы, вещей спортивной стрельбы. Хорошо? Указываем. Частичный перевод. Заметьте, моя рука, где бы она ни была, она пойдет к магазину. Она поможет этому процессу. Здесь. Частичный перевод, полный перевод. Частичный перевод, полный перевод. Теперь, вот что мы сделаем. Мы возьмем этот навык, который отработали, и будем делать движение. Каждый раз, когда вы в условиях ближнего боя, только если у вас нет инициативы в бою, другими словами, вы его начинаете, вам нужно начинать двигаться. Вам нужно уходить с точки, потому что если вы не начинаете, то другой парень начинает, и он уже в вас стреляет. Хорошо, так что, то, что мы делаем в условиях ближнего боя, короткие дистанции перестрелок, если вы хотите, мы все делаем в движении. Теперь. Многие вам скажут, вам нужно идти в определенную сторону, идти в эту сторону, в ту сторону. Слушайте, каждый ходит еще с детства. Вы умеете ходить, вам не нужно учиться этому. Так что все, что мы сделаем, это возьмем винтовку и совместим ее с платформой, в которой вы уже знаете, как двигаться из одной точки в другую. Упражнение будет очень простым. Я называю его шагание. Хорошо? Знаете, я начинаю вот здесь, вот моя мишень. Я шагаю в эту сторону. Очень вальяжно, обычная ходьба. И затем я буду шагать в другое направление. Хорошо? Я буду ходить туда и обратно. Те из вас, кто женаты и ждали жен в обувном магазине, вы уже знаете это упражнение. Хорошо? Так что поехали. Очень вальяжно и расслабленно. Хорошо, давайте возьмем те навыки, над которыми мы работали, и совместим вместе. Собственно, то, о чем мы говорим, это уход с перекрестия, движение с линии.
Теперь, когда я обучаю этому в классе, я использую аналогию часов, чтобы помочь студентам представить, о чем я говорю. То, что вы зритель, для меня на 12 часах, прямо передо мной. Вы перспектива того, где будет мой противник, то есть плохой парень. Прямо за мной 6 часов. Теперь, если в меня стреляют, я буду двигаться прямо. Что я меняю? Ничего. Я, собственно, тестирую пробивную способность его патрона. Неважно, насколько я силен или насколько бронирован, меня подстрелят. Если я буду двигаться назад, неважно, насколько я быстрый, я не такой быстрый, как винтовочный патрон. Собственно, то, что я смотрю, уходить с его линии 12-6 часов, то есть вашей линии стрельбы. Хорошо? Это оставляет мне правую линию часов и левую сторону часов. Справа у нас есть, собственно, передняя диагональ, поперечное движение и задняя диагональ. И с левой стороны часов у нас то же самое. Передняя диагональ, поперечное движение и задняя диагональ. Чтобы помочь донести смысл здесь, мы используем 1 час, 3 часа и 5 часов справа, 11 часов, 9 и 7 часов слева. Теперь, это не значит, что вы можете двигаться только по этим линиям. Абсолютно нет. Они там, для того, чтобы помочь вам понять смысл, о котором я говорю. Хорошо, так что давайте я говорю, что именно я буду делать. И мы оттуда будем плясать. Так что вот я со своей винтовкой двигаюсь в позицию, и вдруг внезапно противник выскакивает, поднимает свою винтовку на меня, и сейчас начнут стрелять. Если я останусь здесь и просто подниму свою винтовку и буду стрелять, мы оба выстрелим примерно в одно время. Хорошо? Шансы, что мы оба будем подстрелены, очень высоки. Я не хочу ничью. Я хочу его подстрелить и самому не подстрелиться. Так что давайте посмотрим на эти различные линии движения. Если я двигаюсь на 1 час, я поставлю винтовку в плечо, уходя с перекрестия. Здесь. Я сделаю столько шагов, сколько нужно в бою. Для тренировки. В классе мы обычно делаем 3-4 шага, максимум. Хорошо? Следующая линия движения будет на 3 часа, прямо здесь справа от меня. Опять же, противник появляется, я двигаюсь с линии, я стреляю таким образом. Вы заметили, что я держу оружие на цели, уходя с линии. Я не делаю ничего необычного, никаких боковых шагов или каких-то странных штук. Ходите нормально. Если я возьму студента и поставлю перед мишенью, и скажу, хорошо, я буду стрелять в мишень прямо через тебя, если не уберешься с пути. Не то, чтобы я так когда-либо делал, это для примера. Если это случится, он будет очень мотивирован, чтобы уйти с этой точки угрозы. Он не будет делать никаких боковых шагов, или перекрестного шага, или каких-нибудь из этих странных вещей, которые инструкторы зачастую преподают. Он бы просто двигался, как Бог повелел. Он бы отскочил и просто убежал с перекрестия. Так что это мы и хотим, чтобы вы делали с винтовкой. Хорошо, мы проделали номер 1 и 3 часа, то есть час и 3 часа. Далее 5 часов. Хорошо, я здесь. Я понимаю, что противник выходит. Может быть, это единственный путь для отступления, доступный для меня. Так что я двигаюсь в эту сторону и стреляю со своей винтовки таким образом. Опять же, то, что я использую, это тут и атака для аборигена, то, о чем мы говорили с мушкой. Это правая сторона часов. Теперь у меня левая. Здесь немножко посложнее. Как я и сказал, мы не хотим пятиться вот так. Если я буду пятиться, очень хороший шанс, что я упаду. Мы видели, как это случается в боевых столкновениях с постоянством. И чтобы избегать пятиться, и чтобы применять движение, так же, как и ответы плохому парню, мы придумали перенос на другое плечо. Если я двигаюсь на 11 часов, то есть левая передняя диагональ, отходя с пути, я поднимаю винтовку таким образом и делаю перевод рук, продолжая двигаться. Далее будет 9 часов. Я делаю это абсолютно таким же образом. Я шагаю в сторону, делаю частичный перенос, и затем полностью, пока продолжаю двигаться. Последнее будет 7 часов. Это небольшой вызов, но все еще можно работать очень хорошо. Теперь то, что мы обнаружили, что делать частичный перевод, двигаясь на 7 часов, было проблематично, и мы в итоге делаем сразу полный перевод. Если я вижу, что нужно двигаться на 7 часов, я полностью переношу винтовку и ухожу с линии. Уходя с перекрестия. Хорошо? Теперь посмотрим на это с перспективы настоящего плохого парня, поднимающего винтовку на меня, а я ухожу с перекрестия, все еще в сухую, а также проделаем со стрельбой для вас.
Хорошо, мы поговорим о перезарядках калаша. Знаете, там много дискуссий насчет того, что делать с этими магазинами. Слушайте, первое, что я вам скажу, если вы в условиях ближнего боя, ближней перестрелки, CQB, как некоторые называют, не парьтесь насчет перезарядки, сменяйтесь на пистолет. Мы проделывали тесты в классах винтовки, где у нас были ребята, перезаряжавшиеся очень быстро, используя готовые магазины, всяческие приблуды и улучшения на винтовках. Знаете что, даже самый медленный парень, высовывающий пистолет из кобуры, все еще побеждает. Хорошо? Так что, если вы в зоне поражения пистолета, когда у вас кончились патроны, переходите к пистолету, не пытайтесь перезаряжать винтовку. Теперь, обсудим перезарядку винтовки. Вот эта вещь здесь, это сердце вашей винтовки. Если вы избавитесь от этих магазинов, и больше у вас не будет, что это такое? Это однозарядная бейсбольная бита с функцией экстрагирования. Так что, заботьтесь о магазинах. Я вам не говорю, что, мол, надо рисковать жизнью ради магазина. Но не делайте по умолчанию бросание магазина на землю. Это то, что я вижу у многих людей во время занятий. Знаете почему? Потому что просто сказать студенту, если кончились патроны, возьми магазин, брось его, достань другой. Если вы делаете постоянно, в течение всего дня, на поле боя, или в экстремальных условиях, как Катрина, или бунт в Лос-Анджелесе, в конце дня, это все, что у вас будет. Магазины драгоценные. Держите за них, если можете. Так что, поговорим о перезарядке, понимая, что мы будем стараться сохранять эти магазины, если можем. Хорошо, теперь первая вещь. Если я вот здесь, стреляю, мне надо перезарядиться. Я особенно не могу увидеть, что происходит там на рубеже. И у меня недостаточно рычага, чтобы перезарядиться. Скажем, я могу, но гораздо проще делать по-другому. Учитывайте также, что, скорее всего, вам придется двигаться от одного укрытия к другому, или чтобы не было, пока перезаряжаетесь. Я еще пока никого не встречал, кто мог бы пробежать 100-метровку с винтовкой на плече. Так что первое, что мы будем делать, это мы поднимем винтовку вверх, на линию прицеливания, таким образом. То же самое мы делаем с пистолетом. Таким образом, я могу следить, что происходит передо мной с плохими парнями. И я могу использовать магазин с рычагом и все такое, при этом продолжая следить за тем, что происходит на линии. Так что первое, что я сделаю, я подниму оружие, и я вытащу этот магазин и уберу его. Положу в сбросни. Я дотянусь и схвачу свежий магазин. Я вставлю его в винтовку, и то, как я это делаю, это вот так. Я хватаю магазин, и я подведу руку с другой стороны ремня. Я поставлю свои костяшки прямо там, где цевьё. Это даст мне автоматическое подтверждение, чтобы двигать магазин назад. Это движение, которое я должен сделать, чтобы убедиться, что этот магазин ставился на место. Теперь следующее, что вы хотите сделать, это взять эту руку, пронести ее снизу и ударить по рукоятке и отработать прямо до конца. Хорошо, так что отсюда, сюда. Некоторым ребятам нравится это делать таким образом, через верх. Это тоже приемлемо. Не имеет значения. Ты даже можешь перезаряжаться и использовать основную руку, если хочешь, особо разницы не делает. Лично мне нравится из-под низу и ударять таким образом. Хорошо, тогда еще раз посмотрим на перезарядку. В мягком движении. Посмотрим на это еще раз, немного быстрее. Вот так я хочу, чтобы вы перезаряжали АК. Очень просто. Минимум движений и выполняет работу. И быстренько хочу поговорить о своей амуниции. Зачастую ребята придут в класс, нося нагрудник или тактический бронежилет и все такое. Собственно, то, что это просто боевая винтовочная сумка. Прикольная штука насчет нее. Мне не нужно ее надевать. Я могу использовать ее без застежек здесь, как плечевую сумку. Если эти застежки убрать, она будет выглядеть как сумка для подгузников. Господи, тактическая сумка для подгузников. В любом случае, она держит достаточно магазинов, у меня карман для медицины спереди и некоторые шмотки для выживания сзади. Когда я хватаю винтовку, чтобы с ней пойти драться, я могу схватить это и скинуть на плечо. Мы много их продали ребятам, которые работают в опасных зонах, которым нужно держать снаряжение под рукой, но не носить все время, по административным причинам. Я могу держать всю боевую амуницию в одной сумке, и когда надо схватить и побежать, все в одном месте, и может быть применено очень быстро.
Следующее, о чем мы поговорим, это оценка ситуации после действий. Зачастую в тренировке то, что парни сделают, это отстреляются, и сразу после последнего выстрела все расслабляются. Вы должны запомнить, только потому что вы отстреляли пару патронов, это не значит, что бой закончился. Есть определенные вещи, которые надо знать и оценивать мгновенно, сразу. Теперь это может происходить очень быстро и может быть исключительно мысленно, но процесс там должен быть. Думайте об этом как о тактической сортировке. 5 вещей, которые надо проделать. Номер 1. Убедись, что плохой парень, которого подстрелили, упал. Если он просто упал, он мог поскользнуться на кожуре от банана, что такое. Убедитесь, что он больше не угроза. Это я оставляю на ваше воображение. Номер 2. Убедитесь, что его друзья не идут ему на помощь. Так что надо проверить зоны справа и слева. Номер 3. Проверьте зону сзади вас. Зачастую в тренировках они это оговаривают губами, но в итоге не делают. Так что проверяйте плохого парня, проверяйте зону перед вами, и номер 3, вы проверяете зону сзади вас. На этом этапе вы по-хорошему установили охрану на 360 градусов. Никто у вас больше не стреляет, и вам не в кого стрелять. Следующее, о чем надо задуматься, это об оружии. Перезарядите его. Очевидно, если вы сделали один выстрел, его не нужно перезаряжать. Вам надо проверить статус оружия. Если вы проделали хорошее количество стрельбы, и это первая возможность, которая у вас есть, давайте перезаряжайтесь. И последняя вещь, вы должны быстро проделать проверку первой помощи. Когда вы в бою, у вас куча адреналина прогоняется через организм. И знаете, возможно, вы получили в попадание, может быть, вскользь, и даже не поняли. То, что надо сделать быструю проверку самого себя, чтобы убедиться, что мы в порядке. Это дополнительный набор навыка, который вам желательно обрести, что если вас действительно подстрелили. Было бы неплохо знать, как оказать себе немного первой помощи, чтобы не умереть от кровотечения прямо там. Так что я говорю вам, как это выглядит. Я проделал это всухую, и затем вживую. Хорошо, если это мой плохой парень там. Скажем, я подстрелил его пару раз. Бам-бам-бам. Хорошенько. Теперь я смотрю через верх винтовки на своего плохого парня. Если я подстрелил его, то он будет на земле. Надеюсь. То, что я подтверждаю это. Я спрашиваю сам себя, попал ли я в него, и сработало ли это. Если ответ «да», я перехожу к шагу «Б». Если ответ «нет», я могу это исправить. Следующее, что я проделываю, это я смотрю налево и направо. Я сканирую. Некоторые вас будут учить смотреть вправо и влево. Если вы посмотрите влево, а там плохой парень, а винтовка не была ориентирована туда, куда вы смотрите, вам в любом случае придется двигать винтовку. Так что почему бы не проделать это изначально? Так что я люблю работать таким способом. Я смотрю налево, я смотрю направо. Куда мои глаза идут, винтовка следует. Очень хорошо. Далее я проверю зону за собой. Теперь, у нас могут быть хорошие парни или плохие парни, или люди, которые посередине, не решившиеся. Я не хочу постоянно накрывать людей своим дулом. Я этого избегаю. Так что я перейду в позицию Сул. То есть вот так. И затем то, что я сделаю, это войду в эту зону здесь. Я сделаю шаг вперед, и я проверю зону сзади меня. Теперь я в позиции, с которой я могу стрелять и отвечать, если надо. Затем я вернусь назад к своему плохому парню и убеждаю, что ничто не изменилось. Теперь интересная вещь, которую я хочу, чтобы вы попробовали, это периферическое зрение. Я могу быть здесь в позиции Сул, и я могу применять периферическое зрение вокруг меня. Большинство людей, когда осматриваются, они встанут высоко и будут смотреть прямо по центру глаз. То, что я хочу, чтобы вы вместо этого делали, это немного согнулись, поднесли подбородок вниз, как боец. Так что вы смотрите поверху своих глаз, а не посередине. Вы обнаружите, что вы приобрели по 3 фута с каждой стороны, смотря поверху глаз, вместо середины. Это достаточно увеличивает ваше периферическое зрение. Берите преимущество. Это натуральная вещь. На это не надо тратить деньги. Я вам просто это рассказал. После того, как вы проделали проверку на 360, вы вернетесь к плохому парню, убедитесь, что все так же, и работаете с перезарядкой. И последняя вещь после перезарядки. Вы фокусируетесь вовнутрь, чтобы убедиться, что вас не подстрелили. Смотрите на запястье, на локоть, на плечо, вокруг груди, на другое плечо, к локтю и к запястьям. В это время вы также смотрите на землю перед вами, на ноги и все такое. Если увидели красное, это плохой знак. Смотрите лучше. Хорошо? Теперь проделаем это вживую.
Хорошо, мы поговорим об реакционных манипуляциях с калашом. Собственно, мы говорим о том, что произойдет, если пушка откажет. Смотрите. Очень редко вы увидите, что АК отказывает. Однако, все, что сделано человеком, может сломаться. То же самое и с АК. Так что, мы расскажем, что делать, если это случится. Основная вещь, которую вы хотите запомнить, это решающий фактор, что вы делаете. Будет зависеть от того, какая дистанция до угрозы. Вы в рабочей зоне пистолета или за ней? Если вы на 10 футах или 10 ярдах от противника, нет особого смысла пытаться починить винтовку. У вас нет времени, все происходит слишком быстро. Так что вместо этого, если вы внутри зоны пистолета, в условиях ближнего боя, вам надо избавиться от винтовки и перейти на пистолет. Это наиболее быстрая вещь. Мы доказывали это, тестировали. Если бы это было не так, я бы делал что-то по-другому. Внутри зоны пистолета, идите к нему. Мы говорим то, что вы будете делать за рабочей зоной пистолета через минуту. Марк сейчас будет демонстрировать. Для нас очень важна стрельба с амбидекстрией. Стрельба с левого плеча и с правого плеча. Так что мы тренируем переход с этих двух ситуаций также. Хорошо. Марк, дальше ты. Хорошо, это было очень просто, очень мягко. Видите, мы стараемся упростить все как можно больше. С калашом это очень просто делать. Марк теперь сделает то же самое с ружьем на левом плече. Марк, хорошая работа. Видите, это все слишком просто, чтобы быть тактическим. Хорошо, мы говорили, если калаш отказывает, а вы в рабочей зоне пистолета, переходите к пистолету, а не делайте ничего с винтовкой. Но если вы за рабочей зоной пистолета, больше на средней дистанции, или в укрепленной позиции, или за укрытием, что есть, лучший вариант будет исправить это, потому что вы деретесь лучше с этим, чем с пистолетом. Так что поговорим, как исправлять АК. АК очень надежные. Все сделано человеком, может сломаться. Это не исключение. Если АК перестает работать, в 90% случаев, это просто потому, что у вас кончились патроны. Однако есть и другие неисправности, которые могут иметь место. Однако, мы можем все их исправить с одним очень простым маневром. Та же перезарядка, с которой мы работали раньше, исправит нам задержки. Так что каждый раз, когда калаш перестает работать, опция номер один — перезарядить винтовку. Магазин выходит, убираем его, новый магазин входит, дергаем затвор. Магазин туда, магазин сюда, дергаем затвор. Если хотите еще сократить, магазин, магазин, затвор. Очень просто. Хорошо? Я подношу винтовку наверх, стараюсь стрелять. Щелчок не работает. Хорошо. Высовываем магазин, убираем. Новый магазин выходит, вставляется винтовку, дергаем затвор. Это должно исправить проблему. Теперь, иногда это не поможет. Если у вас, скажем, двойная подача, это тип 3, это не исправит проблему. Но если вы вытащите этот магазин, вы можете его придерживаться, не обязательно от него избавляться. И прогоните затвор 2-3 раза. Это исправит проблему. Переставляем магазин, снова гоняем затвор. Вы готовы. Хорошо? Теперь есть еще одна неисправность, о которой хочу поговорить. В 99% случаев эти действия исправят ваши проблемы. Другими словами, магазин, магазин, затвор, опция номер один. Магазин вытаскивается, разряжается полностью. Вставляем магазин и снова перезаряжаем. Последующее, если номер один не сработало. Я видел, наверное, как у меня отстреливали 250 тысяч патронов АК. Я видел следующую неисправность дважды. Хорошо? Так что процент очень низкий, но я хочу обсудить, потому что видел. Иногда будет патрон, застрявшая между ствольной коробкой и крышкой. К тому же отстрелянная гильза может попасть в спусковой механизм, и вы можете дергать этот затвор целый день. Это не исправит проблему. То, что исправит проблему, это то, что вы лезете сюда, убираете крышку, убираете проблему и дергаете затвор еще раз. Теперь не забудьте взять это с собой, потому что это понадобится. Вы не хотите просто бросить это на поле боя и продолжить.
Вы можете стрелять из винтовки таким образом, но, если честно, ничего особенного. Хорошо? То, что это делает, это мешает мусору попасть в ствольную коробку и так далее. И это не дает маслу и пороху попадать вам в лицо. Теперь одна вещь, на которую я хочу указать быстренько, что важно, потому что это с некоторыми из вас случится, ребят. Если я включу предохранители, пока винтовка в таком состоянии, она выстрелит. Вот так. Вы не хотите, чтобы это случайно с вами случилось? Просто знайте, не балуйтесь с предохранителем, пока не надели крышку. Очень просто. И мы это соберем быстренько и продолжим. Хорошо, мы обучили вас, как уходить с прицела, двигаться вправо или влево. Помните причину, по которой мы это делаем? Что будет, если линии ствола плохого парня, который движется к вам? Если вы просто будете стоять и стрелять, то подстрелите друг друга. Есть преимущество в движении влево или вправо, потому что это происходит быстро, и вы можете использовать окружение. Однако будут ситуации, в котором это движение недоступно для вас. Возможно, вы в узком пространстве, в коридоре, к примеру, без способности двигаться по бокам. Единственная опция — двигаться вниз. И у нас есть техника, чтобы об этом позаботиться. Мы выучили это у нашего друга Сани Пузикаса, инструктора спецназа. И техника довольно хорошо работает. Вы начинаете здесь, стреляя. Вы понимаете, что плохой парень двигает ствол в вашу сторону, так что вы спускаетесь вниз. Просто падаете, достаете его отсюда. Понимаете, что его дуло еще за вами следит. Вы падаете вниз и стреляете в него отсюда. Теперь вы в очень низкой позиции, но можете быстро подняться. Все то же самое, но наоборот. Возвращайтесь на колено и затем в положение стоя. Один из вопросов, который мы получаем часто от студентов САКА, как стрелять с винтовки со сложным прикладом? Ну, это возможно. Однако вы должны себя спросить, зачем это делать. Может быть, пару причин. Одна — у вас просто не было времени разложить приклад. Другая — то, что вы, возможно, работали в автомобиле, где разложенный приклад будет недостатком, а не преимуществом. И, наконец, возможно, вы оперировали в очень близких условиях. Такие, как, к примеру, очень маленькая комната или что-то из такой природы, где преимущество такого компактного оружия становится для вас незаменимым. Теперь, мы позаимствовали технику у британского SIS в плане оперирования с сложным прикладом. Они часто стреляют со своего МП-5 с убранным прикладом, и тогда они схватят рукоятку хорошо и сильно, и они вытолкнутся в ее в сторону мишени. Немного оттягивая назад пистолетную рукоятку, это создает довольно стабильную позицию, чтобы они могли попасть в плохого парня. Теперь, вы не будете попадать в голову с 25 ярдов или что-то такое, используя это. Но попасть в корпус в пределах комнаты... О, да, очень-очень просто. Так что посмотрим на это. Такие дела. Поговорим, как использовать укрытие. Укрытия очень важны, пока вы на средних дистанциях, ну и также в ближнем бою. Укрытие оставит вас в живых, потому что пули не будут попадать вам в тело. Смысл есть. Большинство людей, когда используют укрытие, подходят к нему слишком близко. Марк, продвинься к этому укрытию. Теперь, проблема в этом парная. Номер один. Он не знает, что там на другой стороне. Он выталкивает дуло винтовки в неизвестную территорию. Если здесь враг, все, что ему нужно сделать, это схватить за ствол, подойти сюда и застрелить его. И Марк не так уж и много сможет сделать. Второй момент то, что какое бы укрытие вы использовали, чтобы за ним спрятаться, в основном оно восстанавливает пули, но иногда пули будут давать рикошет от него. Если Марк стоит слишком близко, эти патроны могут прилететь ему прямо в лицо или тело.
Мы проделывали эксперименты с различными материалами, которые обычно считают укрутием. И мы обнаружили, что где-то 6 футов является магическим числом. Так что если даже Марк влетит в это укрытие, как только он сюда пришел и почувствовал безопасность, то, что ему нужно сделать, это идти 2 шага назад. Это отодвинет его где-то на 6 футов от этого укрытия и избавит его от рикошета. Теперь еще одна вещь, которую надо понять Марку. Подойди ближе. Это. Ему нужно держать все свое тело снаружи этой зоны без людей, которая не укрыта вещью, которую он использует. Одна из ошибок, которую я часто вижу, много стрелков любят стрелять с выставленным локтем вот так. Если сюда попадет патрон, это испортит ему день. Так что важно, чтобы он держал это внизу и также прятал ступни и колени за этой воображаемой линией. Еще один момент, который очень важен, это вышина прицела, которую мы обсуждали ранее. Давай, Марк, сделай хорошую позицию с укрытием и получи картину прицела. Теперь, у Марка хорошая картина прицела на мишени на рубеже, здесь и здесь. Но помните, что у нас есть вышина прицела. Так что если он сейчас выстрелит, этот патрон попадет в укрытие. Проблема очевидна в том, что результата, которого он добивается на длине, не будет. Но также, это может отлететь прямо обратно в него. Это может запустить материал, из которого сделано укрытие, обратно ему в лицо. Нежелательная вещь. Так что будьте осторожны. То, что ему надо сделать, как только он получил хорошую картину прицела, ему надо вдвойне убедиться, что это свободно от этого. И затем он может начинать стрелять. Так? Очень хорошо. И он может стрелять стоя, с колена, неважно в какой он позиции, пока он берет преимущество от этих вещей, которые мы обсудили. Очень хорошо, восходную. Один важный набор навыков, который надо развивать, это способность справляться с углами. Если вы понимаете углы, вы понимаете все тактики, как двигаться через здание. Теперь, наиболее важная вещь — это не выставлять себя в неизвестное пространство. Это та же проблема, которую мы оговаривали при работе из-за укрытий. Это также касается способности стрелять с обоих плеч. Когда я подхожу к этому углу, я хочу, чтобы моя винтовка была направлена в то, что я считаю опасной зоной. Предохранитель снят, потому что я в бою и ожидаю контакт. Теперь я стараюсь держать плечи уже, а также ноги, подходя к этому углу очень осторожно, смотря вверх и вниз, пока двигаюсь. Неизбежно я подойду к точке невозврата, и я возьму этот угол. Нет смысла двигаться медленно, потому что если там плохой парень на другой стороне, медленное движение просто дольше будет меня подставлять под его огонь. Надо делать это быстро. Когда я подошел к точке невозврата, я продвигаюсь, и беру этот угол. И дальше справляюсь с проблемами. Так же, как люди, правшие и левши, углы — то же самое. Ранее мы показали вам, как брать правый угол для правши. Теперь у нас левосторонний угол. То, что большинство будут делать, это то, что они попытаются схалявить, обходя этот угол, так или иначе, продолжая держать винтовку в правой руке, и как бы вращая ее, и выставляя немного большую часть тела. Это не поможет вам сделать работу, особенно если противник на другой стороне готовится в вас стрелять. Вместо этого, как только вы распознали левый угол, просто перенесите винтовку, как мы показывали вам ранее. Помните, отсюда тыльник двигается на другое плечо, и руки меняются. То, что я становлюсь стрелком-левшой, и чтобы взять угол, я его определил, меняюсь, и беру его очень динамично, без выставления себя для огня противника. Следующее, о чем поговорим, это сохранение оружия. Один из ключевых моментов. Помните, мы любим двухточку. Мы не любим что-то, что прикреплено к телу. Наиболее важная вещь, которую надо запомнить для сохранения оружия, не доводите до этого. Если вы можете избежать это, используя тактики, не позволяя людям подойти к вам близко, это к лучшему. Если вы можете предотвратить это, как только вы поняли, что они попытаются схватить ваше оружие, используя оружие как ударный инструмент или как-то так, это еще лучше. Но как мы знаем, что даже самые лучшие планы неизбежно рушатся, так что, если противник умудрился завладеть вашим оружием, вы в итоге устроите перетягивание каната с ним, если у вас нет ничего с собой, что позаботиться о проблеме. Если у вас трехточечный ремень или какой-то тип ремня, где оружие прикреплено к телу, и противник хватает винтовку, если есть большая разница в размере,
Но он будет швырять вас из стороны в сторону, толкать вас в стену, толкнет вас под поезд, чтобы там не было. У вас будут проблемы. Так что то, что мы предпочитаем делать, и опять же, это ситуация наилучшего случая. Лучше в ней не оказываться, но... Опять же, бывает. Так что, я подхожу к этой проблеме здесь. Что бы ни случилось, Марк, хватай и держись за винтовку. Теперь, во многих дискуссиях сохранения оружия, все, собственно, останавливается здесь. И затем звезда шоу начинает вытворять всякую Джеки Чан фигню на неподвижном плохом парне. Реальность в том, что если Марк схватился за нее, он начнет вышибать дурь из меня или оттягивать винтовку. Затем будут следовать какие-то действия. В итоге то, что я хочу делать, я хочу отделить себя от этого. Я позволю ему завладеть винтовкой. Теперь, у Марка винтовка не в том состоянии, чтобы он мог меня стрелять. По-хорошему, это контактное оружие. Это займет у него несколько усилий, чтобы развернуть винтовку в руках, чтобы он смог меня подстрелить. Но так за это время я могу уйти с линии и позаботиться о проблеме. Что-то такое для примера. Хорошо. Марк подходит, хватает винтовку, начинает тащить ее. Очень простое решение. Поговорим о том, как использовать калаш как контактное оружие. Довольно часто, из-за ситуации, в которой вы себя обнаружите, вам, возможно, не надо стрелять в противника, или вы этого не хотите по какой-то причине, или, может, просто нет времени. Если это так, то вы можете использовать это оружие как ударное. Помните из нашего разговора ранее, насчет различных острых краев на этой винтовке? Для вас это очень выгодно в подобной ситуации. Первое. Если вы сможете сменить положение вашей основной руки от пистолетной рукоятки к прикладу, это будет вам преимуществом. Если не можете, то не можете, но опять же, оптимально хватать винтовку таким образом. Теперь мы посмотрим на различные углы ударов с этой винтовкой. И будем делать все просто. Мы можем это усложнить, можем глубже и подробнее изучить, но в данный момент будем придерживаться простого, чтобы вы могли быстро научиться. Мы разделим все на 5 различных ударов. Собственно, то, что мы будем смотреть. Нисходящая диагональ справа, нисходящая диагональ слева, восходящая диагональ справа, восходящая диагональ слева, они также могут быть горизонтальны. И затем прямой выпад. И, собственно, это выглядит вот так. Плохой парень перед вами. Вот номер один. Вот номер два. Вы бьете по лицу или по шее этой частью винтовки. Номер три таким образом. Номер четыре таким. Номер пять вперед. Это может быть направлено в тело или в лицо. Хорошо? И мы их совмещаем. Один, два, три, четыре, пять. Один, два, три, четыре, пять. Когда вы поняли эти пять ударов, для того, чтобы выстроить умственное течение в применении, мы хотим совмещать линии. Можем совмещать их очень сложно, совмещать 5-6 разных линий, или оставить все просто и делать только две за раз. Мы позаимствовали эту концепцию от нашего друга Тома Содоса из ножевой системы АМАК. Она включает в себя совмещение двух линий вместе. Теперь у нас всего 5. 5 на 5 будет 25, то есть у нас 25 возможных комбинаций. Для примера, у нас номер один. Мы продолжаем его еще раз первым мотором. Делаем номер один и затем номер два. Мы делаем номер один и продолжаем номером три. Номер один продолжаем четверкой. Номер один продолжаем пятеркой. Это с номером один. Затем у нас два. Один. Угадайте, что дальше. Правильно. Хорошо, посмотрим пару применений. У Марка томагавк. Его задача будет подойти и ударить меня по голове. Большинство людей скажут, ну так у тебя винтовка, стрели в него. Да я бы с удовольствием. Но вы должны запомнить, если вы кого-то подстрелили, это не значит, что они исчезли из мироздания в ту же секунду.
Да что, если у Марка томагав, я вижу его, и он умудряется подобраться близко ко мне. И он приближается с ударом. Я попадаю в него, бум. Хорошо? Теперь я подстрелил его, но угадайте что? Это все еще по мне попадет. Так что мы оба можем умереть. Когда мы на такой дистанции вытянутых рук, и у него контактное оружие, мне действительно надо сначала разобраться с контактным оружием, прежде чем я могу думать, чтобы в него стрелять. Так что мы посмотрим на те линии движения винтовки, о которых поговорили ранее. Теперь мы будем отрабатывать это очень медленно. Думайте о концепции. Это настоящий калашников, а у него там томагав, так что мы не хотим друг другу навредить. Если вы хотите достать реплики для тренировки, одеться в маску и броню, и все такое, можете работать как хотите жестко. В данный момент это просто демонстрация, чтобы показать вам, какие линии возможны в этой ситуации. Хорошо, так что я двигаюсь через окружение здесь. Марк выпрыгивает и сейчас ударит меня томагавком. Теперь замри. Мне надо с этим справиться. Какая линия кажется наиболее приемлемой? Очень просто, вот это здесь. Я ловлю его томагавка, точнее руку, и увожу ее с пути. Теперь для чего я открыт? Вот номер 5, прямо ему в лицо. Продолжаем этим. Все по кругу. Теперь я могу отойти и использовать винтовку как нужно, чтобы подстрелить его. Очень просто в исполнении. Мы проделали прицельную стрельбу с АК, а также навскидку. Все для условий ближнего боя. То, на что мы теперь посмотрим, конкретная стрельба на средней и дальней дистанции. Опять же, помните, что АК хорош где-то на 300-350 ярдов с его стандартной выверкой. С небольшим пониманием траектории вашего патрона, вы можете увеличить это немного дальше. Теперь, когда мы работаем на средней дистанции, для уверенной стрельбы иногда мы, конечно, будем вынуждены стрелять с позиции стоя, но... Всегда, когда есть такая возможность, мы хотим снизиться к земле. Опять же, это может быть потому, что вы используете укрытие, какую-то засаду, но также, потому что позиция с упором поможет вам стрелять, стабилизируя вас немного. Давайте сначала посмотрим на позицию с колена. Марк, по твоей готовности. Теперь одна из вещей, которую мы практикуем, это быстрый переход в позицию с упором. Момент из позиции с колена. Номер один. Здесь должен быть примерно угол 90 градусов между одной ногой и другой. Позиция с колена формирует сошки, так что левая ступня Марка и его колено, и его правая ступня в контакте с землей, и его седалище в контакте с пяткой. Это дает много стабильности. Он хочет держать свой локоть немного вниз, а не эта отставленная куриная стрельба. Держим его немного опущенным, натурально. Спину он будет держать относительно прямой. Еще один важный момент. Его предплечье и его голень должны смотреть в одну сторону, чтобы у него была поддержка костей, и чтобы винтовка не плавала вокруг. Из этой позиции он может произвести довольно точные выстрелы на нужной ему дистанции. Давай восстановись. Очень хорошо. Теперь посмотрим на следующую. Картыши. Сравнивая с позицией с колена, там у Марка колено в контакте с землей. Если у него есть возможность сидеть на коленнике и все такое, то это круто и хорошо, но что если у него нет на это времени? Я помню, однажды мы работали в свате на штурме, и один из моих товарищей поставил колено прямо на разбитую пивную бутылку, так что я всегда смотрел на позицию с колена с большой осторожностью. Она полезная и важная. Учите ее, но понимайте, что если поверхность, на которой вы работаете, имеет много осколков и различного материала на ней, возможно, надо принять альтернативную позицию. Одна очень хорошая — это на корточках. Собственно, Марк стоит там, все, что он сделает, это просто упадет в глубокие корточки. Хорошо? Опять же, спина Марка довольно прямая. Вы видите, что обе его ступни в контакте с землей. Зачастую, если у ребят недостаток гибкости в ногах, у них начинают подниматься пятки. И в итоге вы в позиции на корточках, балансируя на пальцах. Это нехорошо. Нужно, чтобы ступни были на земле, а задница как можно ближе к земле. Так что, собственно, ваши ляхи покоятся на икрах. Оба локтя Марка находятся на коленях, и он старается держать вот этот как можно ближе, на прямой линии с его ногами как можно больше, насколько это физически возможно. Опять же, хорошая компактная позиция. Ничто, кроме ступней, не касается земли. И отсюда он может бежать очень быстро, если ему надо. Восстановись. Вот так. Хорошо. Это очень хорошие средние позиции. Вы в них быстро входите и выходите из них быстро.
Следующая позиция, которую мы рассмотрим, это сидеть. Есть много различных позиций сидя, в зависимости от физических характеристик. Сидя все гораздо стабильнее, в нее гораздо сложнее войти и сложнее выбраться. Покажи позицию, Марк. Собственно, Марк упал. Это одна из форм сидения. Ноги раскрыты, локти находятся внутри ног или наверху коленей, как в позиции с колена. Заметьте, его профиль гораздо ниже. Если ему нужно сделать выстрел, скажем, в высокой траве или что такое, это может быть проблемой. Хорошо, теперь это очень стабильно. Он может менять позицию своих ступней, в зависимости от того, в чем необходимость. Он может их так раскинуть, он может их свести и скрестить, как будто сидит у костра. Хорошо, в любом случае, очень комфортно. Давай восстановись. Заметили, когда Марк восстановился, что он не делал? Он не отпускал винтовку. Он выяснил способ, чтобы завести ноги под него и встать. Неважно, как вы это делаете, пока сохраняете контроль над винтовкой. Это важная вещь. Дальше мы рассмотрим лежа. Позиция лежа очень хороша для очень дальних выстрелов. Если кого-то надо подстрелить, скажем, на 300-400 ярдов, что такое-то вы хотите? Выжать абсолютное количество точности из винтовки и патрона, и топография вам позволяет это делать, желательно лечь. Марк, по твоей готовности. Заметьте, что он спустился очень мягко. Он, знаете, не спускался так, чтобы ему было больно, или что-то подобное. Также он не использовал винтовку, чтобы остановить падение. Многие сейчас этому учат. И хотя калаш с этим справится, незачем перенапрягать винтовку. Важные моменты. Если я стою здесь, если бы я был противником Марка, и Марк бы стрелял, знаете, из-за укрытия, я бы смотрел за той ступней, торчащей из-за укрытия. Такую ошибку многие совершают. Хорошо, так что вы с этим должны быть аккуратны. Теперь у Марка могут быть колени согнуты или выпрямлены. Это не делает разницы. Это помогает, если он держит обе ступни внизу, делая эту первую позицию. Но в любом случае, это работает нормально. Оба локтя у него на земле. Зона его пояса на земле. Его приподнят достаточно, чтобы дышать. Теперь альтернатива этой позиции лежа — то, что он может спуститься еще ниже и использовать его магазин как сошку. Он только что спустился еще где-то на 3 дюйма. Теперь, многие ребята не считают, что это важно или полезно, но когда люди стреляют в вас, с другой стороны, вы снизитесь как можно больше, и это спасет вам немного пространства, где-то 3 дюйма. Марк, вернись в стандартную позицию лежа. Хорошо, так что, Марк где-то здесь. Спустись вниз, используя магазин. Это значительно. Это может сделать разницу между переживанием конфликта или смертью. Это также довольно точно. Ну, вы видели, что может выдержать магазин АК, так что тут волноваться не о чем. Хорошо, восстановись. Спасибо, что купили это DVD. Надеюсь, вы получили столько же удовольствия, смотря и тренируясь, как мы делая его. Хочу сказать спасибо Paladin Press за очередную работу со мной. Хочу поблагодарить инструктора Suarez International Марка Куана за помощь в демонстрациях. Хочу сказать спасибо Джиму Фуллеру за эти винтовки и Rifle Dynamics. И хочу поблагодарить Дэна Гокена, который представляет Sneaky Bags, сумку для оператора винтовки. И хочу сказать вам еще раз спасибо. Надеюсь, мы снова будем тренироваться вскоре.